Тихо. Опаньки. Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetus Play, меня зовут Саша, и сейчас мы будем играть в хоррор под названием Canarium, который основывается на произведениях Говарда Филлипса, того, который Лавкрафт, того, который чуть ли не прародителя жанра ужасов, и того, который наваял зов Ктулху. Не знаю, насколько здесь будет про Ктулху, но скорее всего, потому что это же просто красная линия во всем творчестве Говарда Лавкрафта. Ну что ж, давайте приступим. Новая игра. Загрузка. Как всегда. Жаль, не сильно богатая загрузка. Только черный экран и все. Но шестеренки крутятся. Вы, наверное, их не видите, потому что они за мной. А я вижу. Ну, в общем, как-то так. У вас вообще черный экран как-то вообще не весело получается, да? Но это хоррор. Он не должен быть веселым, он должен быть мрачным, таким страшным. Кстати, давненько не было вот таких вот качественных хорроров на канале. Но со времен Outlast 2. Вся жизнь лишь череда представлений, рождающихся в сознании, а впечатления реального мира неотъемлемы от видений, навеянных игрой воображения. Ну, в общем, да, да. Уже пошло. Но я надеюсь, она меня напугает. Я очень этого жду. Кстати, она на движке Unreal 4, поэтому... Unreal 4 Engine Inside. А знаете, вот это уже что-то как-то похоже на Ктулху. И похоже на предыдущий хоррор, который был на канале. Perception. Ну отчасти. Мне кажется, настало время отбросить соображения безопасности. Настоящее открытие всегда связано с риском. Возможно. Кто считал, кстати, хребты ужаса или хребты безумия, я точно не помню. По идее, мы сейчас прям туда попали. Доктор Фауст, это вы? Что-то у доктора Фауста не то с лицом. То ли газовая горелка ему в лицо попала, то ли зипа обжегся. Слушайте, мне определенно нравится. Здесь графон. Козырный. Ну, четвертый энджин. Unreal. Все дела. И это наше время, да? Или даже не наше, а будущее. Ох, голова, это боль. Невыносимо. Да. Ну и чё? Мы можем двигаться? Мы не можем двигаться. Его застопило. Ох, наконец. Боль притупляется. Я уже думал, что у меня голова взорвется. Отчасти мне напомнило Сому. Зачем мне выходить в неуправление прямо сейчас? Я только начал. А у нас есть здесь? Это я жму на фонарь, но... Фонаря, видимо, пока нет. Так, что это такое? Я нашел медицинские записки доктора Девита. Итого. 18.06.49 года. Нет, это не наше время. Журнал наблюдений, 4 сеанс. 19.05. Все участники 5 минут назад приняли смесь какого-то там Дверсая. И вошли в некое измененное состояние сознания. Теперь они что-то невнятно бормочут во сне, словно монотонно читают какой-то текст, но это бессознательные звуки. Кажется, они беспокоятся. Я наблюдаю, как у них двигаются конечности, и, как всегда, гадаю, вызваны эти движения их видениями или чем-то еще. 19.15. Как обычно, устройство гудит и светится, но на это
этот раз атмосфера чем-то отличается от предыдущих сеансов. Какой бы ни была причина, устройство, похоже, посылает какие-то сигналы, используя код, который я не в состоянии понять. Я все больше нервничаю, оставаясь здесь, посреди холодного, мрачного и пропитанного фимиамом помещения в одиночестве. 19:19. Кажется, участники начали бормотать громче и быстрее. На стенах в такт работой устройства танцуют яркие тени. Я слышу, как снаружи ветер воет. Похоже, приближается буря, а то и что похуже. 19:24. Прошло 5 минут и 3 секунды. Они ушли за пределы моего понимания и контроля. Больше я ничего не могу сделать. Лишь молиться об их успешном возвращении. Прикольно. Закрыть заметки. Открыть заметки. На правую кнопку открывается замес открывается весь. Заметки. Странно это. Тут темно, как в заднице. Слишком темно. Точно. Ты прав. Чтобы... О! Во! Взять или повернуть. Слушайте, мне показалось сначала, что наше время, но это очевидно действительно 49-й год. А ну-ка. Ну, такой. Для 49-го года фонарик самое оно. Немножко тусклый, но так и надо. И мы находимся на каком-то корабле. А что я могу здесь сделать? Звуки, которые издает это устройство, резонируют у меня в голове. Слушайте, какая классная кушетка. Я бы себе такую хотел. Прелесть. Все разошлись, остался только я. Ну, графон, я прям восторг. Очень хорошо. Hello? Эй, anybody here? Есть кто живой? Where is everybody? Где все? Действительно. Закрыто. Похоже, у нас проблема с питанием. Главное, чтобы проблемы с головой не было. Журнал обновлен? Нет электричества. Я выяснил, что антарктическая экспедиционная база Упоаут погружена во мрак, а некоторые системы не работают из-за отсутствия электроэнергии. Но почему никто до сих пор не устранил неполадки? Где все? Мы это найдем. Сейчас их всех найдем. Всех. А нужно ли тебе что-нибудь? Cold and flu. Это типа от гриппа, что ли, таблетки? 48 таблеточек. Нет, 45. Какое внимание к деталям? А ну-ка. Опа! Предохранители, и все на месте. А ну. Что ты хочешь, необходимо вручную включить снаружи внешний источник питания. Будет сделано. Yes, my lord. Так, и тут нам пооставляли записочки, что ли? Уведомление о погоде. Контролер Николай Хансен. Дата исполнения. Пояснение ожидаемая снежная буря. В течение ближайших 2 недель ожидается снежная буря. При выходе наружу крайне важно принять все меры предосторожности и оповестить весь ответственный персонал. Пожалуйста, примите во внимание, что в течение этого периода радиосвязь между базой и кораблем может отсутствовать. Подпись. Чья подпись-то? Николай, Коля. Кстати, примите во внимание, что, скорее всего, здесь будет дохрена текста, но дело в том, что он реально интересен и от него будет зависеть, поймем мы вообще что-нибудь или нет, поэтому читать будем. Медицинское объявление. Контролер Йохан де Витт. Дата завершения. Пояснение. Вниманию членов команды, которые испытывают проблемы со сном. По результатам проверки, связанной с ростом количества происшествий, я пришел к выводу, что причиной является эмоциональная несдержанность, вызванная необходимостью обитать в замкнутом пространстве. В общем, клаустрофобия.
Симптомы: бессонница, сильные головные боли, зрительные и слуховые галлюцинации. Члены команды, страдающие от перечисленных симптомов, должны обратиться ко мне лично для тщательного осмотра. Эта тема также станет главной для обсуждения на общем собрании, которое состоится завтра после обеда. Эта проблема может угрожать безопасности нашей работы, поэтому к ней следует отнестись со всей серьезностью. Врач. Подпись: тупо врач. Так, что это такое? Остановите эти чертовы сеансы. Да. Или нет? Какой-то тонкий огнетушитель. Облегченный. Я вышел. Блин. Надо было что ли пойти туда дальше, направо в коридор. Или нет? Или да? Эти вопросы меня вечно будут терзать в подобных играх. Ясненько. Ну, ничего пока не понятно, да? Знаете чё? Мне, конечно, нужно здесь снаружи разобраться. А следы мы оставляем? Нет, оставляем. Чё это не оставляем? Очень даже оставляем. Как это? Ты оставил на паркете такие следы? Или здесь есть всё-таки слой снега? Очень надеюсь, что есть. Иначе у нас просто какой-то очень-очень тяжелый мужичок. А здесь в сугробе ты как оставляешь следы? Никак. Выруби этот сраный фонарь, вот. Я думаю, что он мне светит так сильно? Здесь и так светло. Будем двигаться по флажкам. Это мне напоминает кино «Нечто». Да и не только кино, но и игру, которую я, кстати, в свое время играл, но не дошел до конца. Мои мысли путаются. Помню только, что мы успешно основали антарктическую базу Упуаут, а потом у меня в голове словно помутилось. Вот так вот. Да, перебои с электроэнергией, сейчас разберемся. Что это за настил такой непонятный или что за ступеньки? Ладно, давай зайдем сюда. Я так понимаю, мы будем шариться, в принципе, возвращаться еще назад, поэтому я не думаю, что там что-то пропустил, тем более, что мы... А когда я очнулся в переговорной на антарктической базе Паут, это странное устройство уже было на моей левой руке. Неудивительно, что я о нем ничего не помню. Козырная перчаточка в стиле стимпанк. Закрой двери, может, гудеть не будет так сильно. О, отлично. Это они... проработали, молодцы. По-моему, я перегнул с этим самым чувствительностью осмотра. Так будет самое оно. Во. О, отлично. Так, ну-ка давай-ка. А что у нас здесь, собственно? Вроде так. Да ведь? А здесь что? А это еще одна дверь. Закрыта, что ли? Давай еще раз. Давай. У тебя получается. Молодец, справился. Настойчивость и еще раз настойчивость. Опаньки. За ленту взять? Взять, хорошо. Немного изоленты. А ключи гаечные не нать? Закрыто, хорошо. Бензик. Надо его брать или нет? Нашел канистру. Это не бензик еще, это просто канистра. Так. А вот наш генератор, да? Я так понимаю, в него нужно залить бензинчику? Все сам делает. Он туда надзюрил или бензинчику налил? Все? Отлично. Закрой заслонку. Во, все. А теперь что, как? А ну-ка. О, вот, все, отлично. Сделали. Пошел ток по трубам. Это по-прежнему закрыто. Ну хорошо. Осторожно убьет. Здорово, тогда пошли обратно.
Раз мы все здесь так починили. Мне так нравится, как он дышит. Давай-ка. Когда нас уже будут пугать? Закрой эту дверку, а вдруг еще кто-то ворвется? Фонарь уже не мигает. По идее, сейчас нас будут и пугать здесь. Давайте собьемся с пути, посмотрим, что это. Танцевальная площадка, да? Показалось, что здесь черепа. Нет. Хлопья снега летают везде. Я пока еще не заблудился, поэтому... Но сюда смысла ходить не вижу. Так. Иллюминатор. Все дела. Возвращаемся? Значит, возвращаемся. Здесь все огорожено. Туда я, наверное, не смогу или смогу. Подожди секундочку. Надо проверить. Могу ли? Нет. Ну, хорошо. Тогда очень даже не зря я сюда пошел сразу. Грузимся. Генератор врубили. Это уже кое-что. Интересно будет посмотреть на то, как они выполнили здесь этих самых монстров. Если они такие же, как в Зове Ктулху. И как в Хребтах Безумия. Ну, по крайней мере, там он достаточно вольно описывал Лавкрафт своих монстров. Но... Были. Были определенные характерные черты. Так, автосохранялочка сработала. Так а что же, все здесь работает, да? Можно закрывать? Закрывай. Тихо. Опаньки! Очень похоже на Сому. Типа на всяких кренделей смотреть нельзя. Что это? Сейчас узнаем, что это. Здесь открыто теперь? Секундочку, давайте сначала узнаем... Подожди, я тут был? Да. Узнаем, что это было за такое чудо-юдо. Неизвестно, что за чудо-юдо было. Здесь что? Нет, ну мне определенно нравится, что здесь такие лабиринты. Что пишут? Чего-то ни хрена не видно. Ага, лазарет. Так. Пилюльки. Может, стетоскопчик взять? Опа. Документы. А ну-ка, открой. Е-Дэвид. О психиатрических растениях. Психоактивных, пардон. Стеатиидверсае. А можно как-то... Открыть? Не? Повернуть? Уйти? А можно развязать? Что ты не умеешь узлы? Узлы развязывать? Это все, что ты хочешь мне сказать? Или это не важно как бы? Будем считать, что не важно. Как-то неудобно открывается. Кто пришпандорил этой стороной? Ну, в принципе, туда оно открываться и не... Хотя могло. Могло бы и туда открыться. А ну-ка, ну-ка. Чья это карточка? Антарктическая экспедиция Упуаут. Заявление о согласии. Подписывая этот документ, вы даете явное и однозначное согласие с приведенными ниже условиями. Ложные заявления, сделанные сознательно и умышленно, в том числе письменные показания под присягой или иные документы, представленные вместе с данными с данным заявлением, могут повлечь за собой наказание. Убийство. Прямо на месте. В затылок просто чпокнут. Настоящим я заявляю, что согласен выполнить свои ежедневные обязанности в меру своих способностей. Прислушиваться к мнению руководителя экспедиции доктора Фауста и при необходимости принимать участие в медицинских сеансах, которые будут проводиться на антарктической базе Упуаут.
полный упуаут с этим названием. Самое какое-то странное название из всех, которые могли придумать. Все риски участия в упомянутых выше медицинских сеансах разъяснены мне в полном объеме. На все вопросы в отношении процедуры, ее необходимости и пользы, а также соответствующих рисков, я получил ответы, которые полностью меня удовлетворили. В соответствии с вышеизложенным, я, ниже подписавшийся, даю согласие свое на поведение. Проведение. Что там на проведение чего? На проведение чего, блин? Я так и не узнаю, чего проведение. Что так светло, а? Конечно, блин, электроэнергии у них не хватает, понимаешь? В холодильнике столько света. А можно взять фонарик? Нет? Опасно? А что там такое валяется интересное? Как будто предохранитель какой-то. Это что у нас? Столовая. О, кажется, тут воняет, блин. Как же воняет. Полезное чего-то найдем мы здесь? Застряло. Это даже не заперто. Лады. Кастрюлька. О, подливка. Кушать подано, собственно. Ага. А если мешки нет? Нельзя? Нельзя. Кофе, черный чай. Так, подожди. Там кофе, черный чай. Здесь какая-то пароварка. Здесь. А здесь травяной чай и сахарочек. Фуга! Ладно. То где? Locked. Да, закрыто. Здесь какой-то склад. Главное здесь не заплутать. Что это за самовары вообще стоят такие? Лифт. Нет, погоди на лифт. Погоди, у нас тут еще куча неизведанных вообще территорий. Чё? Склад? Склад закрыт. Ну, правильно, молодцы. И этот склад. Оба склада закрыты, и это правильно. Да нельзя. Здесь мы только что были. Ладно, вернемся. Тут еще было, по-моему, кое-чего. А ну-ка. Там еще наверх же можно пойти. Застряло. Хорошо. Ага. Это мы вернулись сюда, значит. Давайте пойдем. Пойдем сюда. Тут какие-то ящики. Я уже почти заблудился. Сейчас мы выясним, как тебя зовут. Андерсон, да? Если его одежда здесь, то где же он сам? Николай Гоголь. Портрет. Надо же. Опять-таки. А это немножко не очень правильно, насколько я понимаю. На заднице, что ли, написано портрет? Здесь, по идее, должно открываться, а здесь, наоборот, корочка. Ну, странно. Хотя я, может, что-то не знаю. Портрет не читал. Закрыто. Так, как же тебя зовут-то, а? It's locked. Да, я понял. Слушай, это не твоя, нет? Нед Вэлл. Как для 49-го, нормальная рация. Нашел рацию. И что дальше? Мне нужно найти членов отряда. Я проснулся в этих чужих стенах из-за серии смутных кошмаров. В одном из кошмаров я нашел чистый блокнот, в котором и делаю записи. Я помню лишь то, что со мной тут должны были быть другие люди. В голове сохранились два имени – доктор Фауст и доктор Дэвид. Кроме того, попытка покопаться в памяти вызывает страшные головные боли, а голова и без того уже раскалывается. Пожалуй, мне побыстрее стоит найти кого-нибудь из команды, чтобы узнать, что тут происходит. Так, а попробуй-ка рацию мне что-нибудь...
Это Фрэнк Гилман. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Теперь мы знаем, как тебя зовут. Чтобы пропустить, нажмите правую кнопку. Возможно, они просто вне зоны доступа. Возможно. Заперто. Что это за херня такая? Какие-то, блин, статуэтки? Но оно меня не напугало, не знаю. Да, 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 это мы уже знаем. Что за статуэтки вообще это такие? Идолы как будто какие-то. Окей, окей. А можно взять повязочку? Это очки. Очечечки нельзя взять, да? Очечи. Заперто? Заперто. Ну, допустим. Допустим. Мы блуждаем здесь, капец. Ага. А в этой каюте открыто. Нашел заметки? Давай, покажи заметки. Нет, секунду, это мы читали. Вот это. 23.06.1949. Я знаю, мы вплотную приблизились к тому, что ищем. Во время сеансов адаптации, которые мы проводим в переговорной, я ощущаю, что меня будто ведут, указывая мне направление, в котором нужно искать. Это может означать, что мы смогли добиться синхронизации с древним источником. Портативный канариум, который мы носим на левой руке, вот оно, что такое канариум, соединяется с древним источником и воспринимает его пульсацию. И иногда я думаю о том, что смогла ли еще хоть одна душа за все сравнительно короткое время существования человечества достичь того же. В тщательно спрятанных и труднодоступных источниках, которые я искал по всему миру, говорится, что это устройство создал внеземной вид расы старцев, миновавшая стадию механизированной жизни на других планетах. Однако его назначение остается неясным. Вот оно, то самое Ктулху. А ну-ка. Регулировка. Не? Я это не могу? Ага, могу. Но я не знаю, какой вид мне нужно поставить здесь. О! Это нельзя регулировать? Я не знаю, какую длину волны мне надо ставить. Я так понимаю, оно должно зашкаливать прямо? Нет? ХЗ. Это понимаете? Нахрен знает. Оно как-то с ним завязано. О! А может быть, лупануть этой хреновиной? Похоже на рукоятку. Хорошо, не лупанем. Что ж ты с меня хочешь-то, а? Оно проще, наверное, чем мне кажется сейчас. И что? О! Наверное, мы к этому еще вернемся. Ты резко открываешь. Что это такое? О, с научной точки зрения эпифиз, он же шишковидное тело, шишковидная железа,
Канариум или эпифифус? Ага. Это маленькая эндокринная железа, расположенная в головном мозгу и по форме действительно напоминающая сосновую шишку. Она находится в области четверохолмия среднего мозга, между полушариями. Шишковидная железа вырабатывает мелатонин, гормон, производимый производный серотонина, который регулирует сон как в циркадных, так и в сезонных циклах. Однако в мистической традиции и философии ей приписывается другая роль. Рене Декарт назвал его вместилищем души и местом, где рождаются мысли. А мадам Блаватская в своих работах назвала его не иначе, как третий глаз или чакра Аджна. Будучи все еще недостаточно изученной частью человеческого тела, эпифиз прочно занимает место одного из самых важных. Взять нельзя? Можно. Нашли мы трофей, значит. Хорошо. А это тоже трофей? Секретное растение. Тайное растение древних времен. Можно открыть? Нельзя. Стоп. Зараза, ну что ты хочешь-то, а? Почему теряется сразу, а? Надо словить ее? Зараза. Тынь. О! Ну. Или синхронизировать надо со звуком. Что это было? Классный, короче, у них кодовый замок на самом деле. Мы потом обязательно разберемся, как с ним нужно взаимодействовать. Зараза. Ключика фонарика, тоже ни хера не видно. Свет не включается, ну ладно. Понятно, разберемся. Джеймс Броул. Барлоу. Заперто. Заперто. Нет, не заперто. Я запер свою дверь? Не помню, куда дел ключи. Вот ты развалина, блин. Старая, уже ни хера не помнишь. Кому, кстати, лет, интересно. Еще один фонарик? Не надо. Не надо нам еще один фонарик. Тут мы побывали, все посмотрели. А здесь мы не побывали. Бабочка. Красиво. Фоточка ребенка, на которой ничего нету. А барбитураты не надо брать? Не надо. Давайте с нижнего начнем. О, очки нельзя взять. А это у нас что? Одна из составных скульптур, на которые на которую мы натолкнулись во время первых вылазок. У нее на лбу и на ладони открыт третий глаз, который, как мне кажется, указывает на какое-то состояние всезнания, потому что почти на всех барельефах, которые нам до сих пор попадались, есть отсылки к знанию и к старцам. Это все наводит на мысль о том, что существа, населяющие эти залы, получили какое-то знание от старцев, легендарных созданий из первобытных мифов. Несколько других приемов, примеров, составных скульптур от гуманоидов до рептилоидных существ оказались поврежденными и в плохом состоянии. Отсутствие некоторых частей тел было компенсировано воображением скульптора.
Прикольно. Нельзя не обратить внимания на обилие пятиконечных форм в различных постройках. Кроме того, большинство элегантных фигур молчаливо наблюдают за нами сверху, явно принадлежат рептилоидным созданиям. Ну вот они, да. Самое оно. Опа. Когда мы впервые нашли такую гротескную фигуру в почти материальной тьме пещеры, где она была вырезана, тысячелетия назад ее рептилия морда вызывала смятение в нашей группе. Некоторые утверждают, что слышали, как она приглушенно смеется. Сосновая шишка, которую фигура охраняла или потеряла в своих вполне человеческих руках, потеряла, которая покрытая символами, которые нашли, лишь предстоит расшифровать нам. Блин, вот у меня сейчас в голове вертится и сбивает мне постоянно с толку мысль, что... Что, можно? А, это можно только взять? Хорошо, взять. Да. Мысль, что... Вдруг не вспомнилось, что... Они потихоньку, вот эти вот древняя раса, они потихоньку теряли свои навыки. И это выражалось в том, что настенные их рисунки все становились проще и менее выразительными, менее детальными, менее красивыми, чем те, которые предшествовали заметке. Ну посмотри заметки. 06.07.49. Эти кошмары становятся невыносимыми. Я все еще вижу в своих снах того же человека, но теперь он что-то держит в руках. Почему-то... Я думаю, что это цветок лотоса. Кажется, мы снова и снова продолжаем тот серьезный и мрачный разговор. Но я так и не могу вспомнить его содержание. Во время работы я иногда слышу по радио его голос. Я не понимаю, что он говорит. Скорее, это какое-то бессознательное бормотание. Я боюсь кому-то об этом рассказать, потому что меня отвращает сама мысль о возможном отстранении. Надо же. Понятно. Так. Здесь открыто и здесь открыто. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Это обычные перчатки. Хорошо. Все накалякано. Я все больше склоняюсь к мысли о том, что наши ночные видения не просто расплывчатые и фантастические отражения нашего опыта, полученного наяву. Каждый раз, когда меня одолевает дремота, передо мной открываются великолепные виды. Я вижу странную и незнакомую панораму, которая дает представление о внешних размерах этого мира, что мне лишь предстоит исследовать. Жаль, что я не художник и не могу изобразить свои видения. Я знаю только, что все началось с сеансов с Канариумом. Пусть я не принимал в них участие, но они как-то на меня повлияли. Я чувствую, как меня в бессознательном состоянии поглощает небытие, как я пересекаю линию за завесой сна. Эл Фергюсон. Надо же. Что дальше? Ничего? Фотография? Да, красавчики. Ну, ладно. А здесь что? Классные вообще фотки. И вот именно четко того времени. Ну, по крайней мере, так кажется. Куртки теплые. Опять ребенок. Из футбольной сборной. А здесь он же, видимо, чуть помладше. На кровати стоит. О! Это мой ключ? Да, Дэвид. Да, я нашел ключ с биркой. Молодец. Нашел ключ с биркой, так иди это самое. Иди, открой дверь. Сейчас только здесь уже досмотрим до конца. Закрыто. Здесь. Открыто, но пусто. Относительно. И закрыто. Хорошо, давай посмотрим, что там у тебя... прятал в каюте. Подожди, нет, от кого мы там нашли? Не от него. Подожди, секундочку. Джон Дэвид. Йохан, блин.
И сюда еще можно. Слушайте, ну тут вообще капец, лазить не перелазить. Мы это все, конечно, исследуем, но не факт, что сразу. Где этот ёханый переёханый Дэвид, а? Кто, кстати, помнит, как я сюда пришел? Двери вечно закрываются, и хрен поймешь, откуда я пришел. Наверное, отсюда. Да. Отсюда. И где-то... Вот здесь наверх лестница. Давайте пойдем наверх, посмотрим, что сверху. Котик. Просто уйдем? А взять? Ну да, это же не Outlast, запечатлеть ничего не надо. Бинокль, все дела. Нельзя никак ни с кем связаться при помощи, например, азбуки Морзе. Это экспедиционная база УПАУТ, ПЕКОТ. Прошу ответить, повторяю, говорит экспедиционная база, блин, ПЕКОТ. Вы меня слышите? Если меня кто-то слышит, пожалуйста, ответьте. Похоже, наладили связь между каким-то помехами. Ну да. Наладим. А как вообще ладить-то связь? Нет, это бинокль. Это всего лишь бинокль. И по сути тут ничего нету. Таблица с азбукой Морзе. Ниже перечислены буквы, цифры и соответствующий код. Ага. Я знаю только СОС на память. Это что такое? Земля Виктории, мыс Роджер, остров Коумана, мыс Вашингтон. А это? А это даже непереводимый фольклор. Мало ли. Похоже, наладить связь мешают какие-то помехи. Ну хорошо, мешают так мешают. Мы будем налаживать, значит, раз они мешают. Знаете что? Мы, наверное, здесь прервем эту серию. А уже в следующей пойдем дальше. Хоррора пока что не было, но я думаю, он здесь будет. Игрушка качественная, дохрена текста, это уж извините, но тогда мы ничего не поймем. А суть-то только в том, что это хоррор, меня немножко будет расстраивать, поэтому... Подожди, а здесь еще есть? Может, такие поставить там? Волны, как здесь стоят? А может и нет. Ну, в общем... Читать будем, все дела. Здесь закрыто. То есть ничего нету. А здесь есть. Что? Древний шаманизм? Открывать не будем? Не будем, да? Ну ладно. Что же, мы вернулись в начало, но все-таки мы много чего уже узнали, что здесь происходит. Кстати, а что здесь написано вообще? Ничего? Это лотос? Похоже на цветок лотоса, как он описывал. Да. Круто. На самом деле круто. Да-да-да. Подожди, а что тут написано что-то? Нет. Эти записки нечитабельны. Ну что же. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. На ваши лайки мы будем ориентироваться, как часто будет игрушка выходить на канале. А то, что она будет выходить, это факт. Вот. Также, если вы еще не подписаны на паблик, то подписывайтесь. Ссылочка есть в описании. Еще раз всем большое спасибо. И еще раз скажу, ставьте лайки, если вам понравилось. Не забудьте, пожалуйста. И... Bye-bye.